Мы сюда приехали ради будущего своих детей. Ради их счастья и будущее, а не хоронить своих детей мы сюда приехали. В том, что наши молодые люди ушли от этой вот нелепой смерти, есть доля вина нас, родителей, которые не должны, мы не имеем права оставлять своих детей без внимания. Чего бы это ни стоило, сколько бы времени этого ни стоило, и каких усилий от нас бы это не требовалось. Да, это так. Сейчас Рафим Нарматов сказал, наша несчастная молодежь. Какая несчастная молодежь в этой стране, когда все предоставлено? Это в деревнях российских несчастная молодежь, которая не знает, куда себя девать, кроме бутылки водки. Здесь для нашей молодежи все предоставлено, все. Это от пресыщенности бывает. От пресыщенности американской жизни, когда все предоставлено. Это наша всеобщая беда, дорогие друзья, это наша беда. Мы должны беречь нашу молодежь, наших детей, наших внуков. Мы не имеем права бесконтрольно оставлять. Отцы должны находить время поговорить со своими сыновьями, со своими дочерьми. Еще раз соболезную тебе, Славик, ты видный член нашей общины. Наши люди тебя любят, тебя уважают, потому что ты уважаешь людей. Уважение бывает всегда взаимное. Мы везде и всегда тебя видим. И вот поэтому вот такой огромный сбор, вечер памяти твоей дочери, это знак большого уважения к себе лично. Я тебе желаю успокоения души. Агутюхну рахмати лишафил кудайлайм. Дили бахуват ябату. Чтобы эту трагедию перенес, хотя это очень тяжело. И в будущем в твоей семье, в вашем аулоде, у нас у всех, у Мухацких, чтобы этих случаев, чтобы не было, не дай Бог. Худо рахмату наслежане. Что я могу пожелать? Царство Небесное, чтобы она спокойно лежала. Салам Божьим, Бархату Рахмат.